Жители многоквартирного дома по адресу улица Гоголя, 36, что в Гороще, жалуются на свои бытовые проблемы уже довольно давно. Протекающие трубы отопления, некрашенные стены и старый дощатый пол в подъезде, обилие электропроводов. Впрочем, подобную картину можно лицезреть и в других домах. Нынешние же стихийные собрания жителей возле подъезда вызвали кабельщики, которые попытались раскидать свои провода по этажам. Жители всерьез боятся пожара. Считывает вообще в ужасном состоянии. А подключает это все и идет к электричеству. Мы сгорим, у нас свет мигает постоянно. Техника один раз сгорела. Поменяли, не надо врать. Ну, понятно, это когда все сгорело. Ну, сейчас. Свет наша управляющая компания. Им договора не подписала. Мы не разрешили, потому что жильцы проголосовали против. Вот. Так этот Ростелеком пошел, значит, в компанию ООО «Техрембытсервис». Им там договор подписали, но дом относится пока к «Теплостройинвесту». По словам представителей управляющей компании «Теплостройинвест», у них идет судебный спор с управляющей компанией «Техрембытсервис». В борьбе коммунальщиков за многоквартирный дом страдают жители, получающие счет к оплате сразу от двух компаний. Ну вы решите, к кому мы относимся? Те, с которыми мы к кому относились, с тем вы относитесь. Тем оплату платите, вы потом нам будете это должны. Это жульничество, вы относитесь вы к нам. Вы к нам относитесь, вы не знаем точно, к кому мы относитесь. Точно, железно вы относитесь к нам. Вы относитесь к нам. Нам без разницы, понимаете, какая компания, эта компания, другая компания, десятая, пятая, наведите нам порядок. Порядок в доме. Управляющие компании спорят, а жильцы в недоумении. Тут и счета от двух организаций сразу, и проблемы коммунального характера, с которыми не поймешь, кому обращаться. А тут еще кабельщики со своими проводами. В общем, голова у жителей дома 36 по улице Гоголя идет кругом. Кто же остановит это головокружение?